Всем привет. Хотел бы сегодня поговорить на такую тему, да, зачем нужен дешевый, нужно ли покупать сначала вот дешевый дрон, то есть зачем тратить на это деньги, барахло, там летает мало, батарейка там садится быстро, качество камеры вообще, то есть, да, там никакое. Ну, для начала, если это первый дрон, так сказать, у вас, да, то есть не знаете, как с этим вообще иметь, как к нему подойти, то есть лучше все-таки брать, наверное, сначала что-то вот такое вот дешевое, просто чтобы понять управление, то есть как калибровать, как он находит спутники, то есть как возвращается там точка записывается, ну да, возврата домой, то есть как это происходит, высота возврата, то есть вот такие нюансы простые, банальные. Понятно, что кто уже летает, то есть ему не нужно это объяснять, это все очень просто. Но зачастую люди, покупая вот даже вот такой простой дрон, они не могут просто запустить его. То есть звонят или пишут, спрашивают, как его запустить. То есть как перейти в режим калибровки и так далее. То есть проблема у людей просто не запустить. Вот, то есть этот, покупаем бюджетный дрон, летаем на нем там час-два полетов, да, то есть отлетали, то есть уже с управлением разобрались. Все нюансы уже какие-то такие, то есть основные подчеркнули. Лучше, конечно, брать с БК моторами, чтобы не зависеть сильно от погоды, от ветра. То есть БК моторы, то есть мощнее, ресурс у них, да, значительно выше. Ну, коллекторные моторы, на траву, например, намотал моторчик, то есть застопорили винт, ну и все, сгорело. То есть. А второй момент какой? Даже если, то есть, вам не нужно учиться, то есть все летаете хорошо, купили у вас там хороший дрон, там, не знаю, какой-нибудь там DJI там, или еще что-то там дорогое, серьезное. И неплохо было бы его иметь для проверки на спуфер и глушилки. То есть если особенно летаете в городе, вообще в обязательном порядке, перед тем, как запускать какой-то свой там дорогущий дрон, берем что-то вот такое, калибруем, запускаем, примерно знаем же высоту, да, где будем, на какой летать. То есть везде там пролетели, по всем, буквально там 5-7 минут полетали вокруг этого места, объекта. Если все в порядке, то есть нажали домой, дрон вернулся, приземлился, значит уже смело можно как-то запускаться. Куча видео в интернете, улетают дроны, попадают под глушилки. Сочи, посмотрите, там уже, наверное, все дно усыпано в этих дронах. То есть там яхт-клуб, и, видимо, не хотят смотреть, как там отдыхают олигархи, чтобы их смотрели, точнее, снимали. И включают спуферы. В Питере, в Москве это понятно, то есть весь город в глушилках. Вот. Питер, Финляндский мост железнодорожный, Английская набережная, Обводный канал, в начале в Мельничной, там точно стоят спуферы, там, может, еще где-то. То есть, кто не знает, запускает. Вы посмотрите, есть видео. Фантом 4 Pro у человека чуть не улетел. Представляете, да? Там за 100 тысяч рублей купили. Пошли чуть ли не первый раз его запускать и потеряли. А вот эта вот вещь за 5 тысяч рублей может как бы спасти вам деньги, сохранить. Запустили, улетел. Ну, жалко, конечно, пятерку, да? Ну, пятеро не 100. Так что рекомендую всем купить что-то бюджетное для проверки. Поможет сэкономить вам нервы и средства. Кто что думает по этому поводу, напишите в комментариях, то есть будет интересно пообщаться. Все, всем пока.